Вкусно? Это самое невкусное. Всем привет, друзья! Сегодня мы будем распаковывать вот такие конфеты. И там две конфеты одинакового вкуса. Вот коричневый. Есть капучино, а есть... ну, в общем, там одна вкусная, а другая невкусная. Давайте открывать. Так. Павлик, вот. Кто первый? Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Я. Закрыли глаза. У меня была конфета очень сладкая, со вкусом как торт на день рождения. Теперь ты открываешь. Не, открой глаза. Открой. Давай. Бери. Открой глаза. Она была вкусная или невкусная? Вкусная. Это был броска. Что это? Это... абрикоса. Да, абрикоса. Теперь я. Да. Оно мятное. Фу. Это зубная паста. Теперь я. Да. Открой глаза. О, какая красивая. Вкусно? Это вкус рвоты. Главное, кто повыбор. Ты ее даже не раскусил. Так. У Палика был вкус рвоты. Фу, как он ее съел. Так, теперь открываю я. Я такая голубенькая. Мне попалась в прошлый раз голубенькая, это была зубная паста. Теперь я. Не, стой. Это еще раз зубная паста. Фу. Да что у меня всегда зубная паста? Ну, почему вкусненькая конфетка? Зеленая, так, дай. Вкусная? Подожди. Ну, вкусная? Сладкая? Да. Значит, это был морошковый сок. Теперь буду я. Теперь моя очередь. Так, у меня такой коричневый. Это вкус капучино. Как вкусно. Это кофе? Я не знаю, можно это детям или нет. Но она очень вкусная. Белый. Белый окрас. Ешь, ты ешь. Сладкий? Да. Ну, сладкий. Это грязная вода. Так. Как будто во мне... С пылью. Как будто во мне... Забираешь вонючая шоколадка. Чего? Теперь я. Чего? О, думаю, это не мягко. Можно этот раз? Можно я? Бля, бля. Стой! Фу!
А если я ее съем? Какая у тебя? Какого цвета? Такая. Дай. Это старая повязка. Вкусно? Да. Так, я готова. Фу. Она мыльная, но а что это было? Это шпиновая вода была. Это грязная вода с пылью. Пробуй, Павлик. Что-то синенькое. Да. Так, ты не выбирай. Ну, ешь. Так. Это можно вкус. Мята. Мята? Ну, это мятная паста. Зубная паста. Фу. Не могу. Фу. Вкусно? Это самое невкусное. Она вкусна? Ну, мне она. Она, да. Ладно. Так, собираю. Такая оранжевенькая. Это как вкус рвоты. Я тоже такая про рвота. Это красиво. Тоже это был, правда, вкус рвоты. И похоже, оно так реалистично. Люша, а никогда не бери синие брюшами будут мята? Нет, там есть еще. Ну, бери любой. Не смотри. Ты не упаковка. Да я тебе достану. Стой, тогда я могу. Так, какого цвета? Давай. Что? Это какой-то орех. Это, подождите, это был... Это были носки. Фу! Вонючие носки. Так. Да, нет. Чтобы не брали одни и те же. Я беру такой. Вот этот. Вот. Костя, это стухлое яйцо. Там больше невкусных, чем вкусных. Уже чтобы было здесь вкусное. Да что? Это какого цвета она была? Она была почти такого. А, это была. У Павлика попался вонючий жук. Так, теперь моя очередь. Это так интересно. Нет. О, вот так можно. Опсик, невозможно. Вот такая. Она по вкусу как какашка. Я пробовала, больше не буду. Это была... печенка и... Печень с луком. Да, печень с луком. Ешь. Паль, не, я не хочу. Почему?
Так, вкусно? Так, это было. Ну что это? Это как мертвая рыба. Таза. Подождите-ка. Смело протирай. Ну что, это да, мастер. Паста. На, паста, паста. Паста. Паста я обожаю. Пожалуйста. Да, я выиграл. Махнул. Паста, конечно, невкусная, но так себе. Ну? Палик, вкусная? Да. А что выплюнул? У меня попалась только одна самая вкусная, и это пока мне забыла капучино. Ой, это не будет, ну... Я хочу попить воды. Фу, она такая невкусная. Одна похожа на какую-то какашку. Это, ну, печень чеснока. Или, ну, палька, иди. Ребята, мы съели все конфеты, и они были такие невкусные. Я бы вам их есть не желал. Мы их проэкспериментировали, а они... А тебе? Ну, вообще, хлопки. Подожди, пока. До свидания. Всем пока-пока. До новых встреч.